Славянск на Кубани присоединился к краевой патриотической акции «Спортсмены Кубани в ознаменовании Победы». Акция проводится уже не первый год, и ее цель – патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом своей страны. В преддверии Дня Победы славянцы приняли участие во всекубанской акции «Спортсмены Кубани в ознаменование Победы». Студенты-спортсмены с флагами пробежали по территории Северного парка. Участников забега, посвященного Дню Победы, поприветствовал глава города Александр Берсенев. Я сегодня действительно хочу поздравить вас всех с этой краевой всекубанской эстафетой. Это действительно пробег, который посвящен Великой Отечественной войне, защитникам нашей Родины. Да. Это хорошо, что мы помним с вами историю нашу и не забываем. И хочу сказать, что историю нельзя переписать. Эстафета памяти стала уже традиционной, проводится каждый год. Исключением стал 2020 из-за обрушившейся на мир пандемии. В этом году акция была продолжена. Участники акции пообещали помнить о подвиге советских солдат, подаривших нам мирное небо над головой. Участвовать в акции для них большая честь. Сегодня мы удостоены чести участвовать в забеге, посвященном победе в Великой Отечественной войне. День Победы – это день радости и одновременно день скорби. Скорби по тем, кто отдал жизнь во имя свободы, во имя нас, живущих сегодня. Святой долг каждого российского гражданина – хранить память об этом великом событии, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Участники акции «Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны» почтили минутой молчания, а затем возложили венки к мемориалам воинов-освободителей. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».